Люберецкие дворы приводят в порядок после зимы. В округе продолжается месячник по благоустройству. Основное внимание сотрудников управляющих компаний направлено на детские и спортивные площадки, тротуары и входные группы МКД. Подробности далее. Три дома, три детские площадки и две зоны для занятий спортом. Жилой комплекс на Октябрьском проспекте 1 словно небольшой город в городе. Общий двор огорожен, работает круглосуточная охрана, во всех подъездах дежурят консьержи. К вопросу порядка и чистоты здесь подходят основательно. Жильцы дружные у нас, мы тут все практически все друг друга знаем, начиная с фундамента называется. Мы тут вообще с фундамента, мы еще видели, как строится вот весь этот дом. Вот. Поэтому сами тоже, видите, вот принимаем, активисты собрались, да, сами тоже принимаем активное участие. Вот, хотим, чтобы наш комплекс стал вот прямо, я говорю, давайте сделаем его образцово-показательным. Вот он у нас вот такой красавец. Но какими бы активными ни были жители, основная работа на плечах управляющей компании. В прошлом году жилой комплекс взяла в свое ведомство организация «Уют». На территории установили новую детскую площадку, обновили асфальт и элементы благоустройства. Сейчас, как и во всех дворах округа, здесь проходит генеральная уборка. Основной акцент делается на газоны, на тротуары, на проезжей части. После зимнего периода они все приводятся в порядок. На данный момент все газоны приведены в нормативное состояние. Сейчас ведутся работы по дополнительному благоустройству, по высадке дополнительных зеленых насаждений. Вот и по устройству дополнительного газона, который делается в рамках обращений наших жителей. А это жилой двор на проспекте Гагарина. Здесь не ждали объявления месячника по благоустройству. За чистотой территории следят 60 дворников. Двери управляющей компании всегда открыты. Взаимодействуем, в принципе, с жителями. У нас есть чаты, они пишут нам. Ну, мы стараемся оперативно действовать. Приглашаем жителей принять участие в субботнике и тоже какой-то внести вклад в благоустройство своей территории. И поддерживать чистоту, потому что чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. 9-летней Мире Моторкиной отдыхать в своем дворе комфортно. Здесь площадки, тут это красивый двор, рядом находится школа, это очень удобно. Мы пообщались с жителями, именно с мамами, которые привозят детишек, они, у них, по сути, нет замечаний. Очень часто критикуем управляющих компаний, реально критикуем, потому что есть за что. Городское хозяйство требует внимания тоже ежедневного, поэтому мы стремимся этому уделять внимание. В рамках государственной программы Московской области формирование современной комфортной городской среды в Люберцах ежегодно благоустраивают не менее 10% от общего количества дворов, а их в округе 689. Луиза Егиазарян, Богдан Колесников, Петр Пономаренко, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.